Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Приветствую вас на YouTube-канале интернет-магазина Улей. Меня зовут Александр, и сегодня я сделаю обзор палатки для откачки меда. Палатка упакована в картонном коробке. Обращаю ваше внимание, при вскрытии не очень глубоко открывайте лезвие, потому что были случаи у клиентов, когда они повреждали тент. Палатку собираем первый раз, посмотрим, насколько быстро у меня это выйдет. В комплект палатки входит тент, крепежное соединение, ну и собственно стойки. Коробок отставим в сторону. Достанем инструкцию. В принципе, ничего сложного в инструкции нету, если собирать ее правильно. Начнем. Каждая трубка имеет свой номер. Начинать сбор палатки необходимо сверху. Так, вот центральное верхнее соединение, и нам необходимы трубки номер один. Вот, каждая трубка имеет свой номер. Трубка крепится и фиксируется с помощью фиксаторов. Всех вытянуть. Еще один первый. Должен быть еще. Блин, быстрее будет. Вот. Так, верхняя часть у нас собрана. Теперь к первым номерам теперь нам необходимо прикрепить номера номер 2. Вот у нас 4. Все они вместе, оказывается, были сложены. Второй. То же самое. Трубки между собой крепятся и зажимаются пружиной. Думаю, если сначала трубки разложить по номерам, будет гораздо быстрее, чем это у меня получается. Вот вторая.
Это получается у нас крыша. Дальше мы к крыше крепим вот такие вот соединения. Устанавливаем до щелчка. Собираю первый раз. Поэтому опыта не хватает. Теперь продолжим собирать верхнюю часть. Нам по инструкции необходимы планки 3, 4 и 3. Здесь неправильно вставил. Щелчок есть. Планочка 4, она маленькая. Планочка номер 3. Чем дальше, тем легче находятся планки. Планка 3. Планка 4. Стороны нам необходимо собрать. Пятерочка, четверочка и четверка. Конструкция довольно простая, собирается легко. Все подогнано. Никаких проблем при стыковке не возникает. Так. Еще одна сторона. Последняя. Четверочка. Шестерка. Правильно я начал все-таки собирать по порядку, то есть лучше собирать сверху. Дальше. Дальше у нас идут стойки. Начинаются стыки. Ну, в принципе, это все стойки, которые остались. И все. Что-то вырисовывается похожее. Хотелось бы обратить ваше внимание на размеры. В нижней, у основания палатка имеет
шириной и длину 3 метра, то есть 3 на 3. Но так как она сделана, выполнена в форме трапеции, вверху, вот в этих местах, расстояние 2,40 на 2,40. В принципе, никакого удобства, никакого неудобства нету. Места будет довольно-таки много. Я думаю, чтобы не прыгать наверх, нужно надеть тент. Тент сделан непромокаемый, прочный. Единственное, что аккуратно не порежьте, повторюсь, не порежьте при распаковке из коробка. Здесь она будет сложновато. Сейчас попробую. Все углы тенты тоже, видите, прошиты. Сейчас сориентироваться очень легко. Там, где идет планка, идет шов. Думаю, так будет достаточно. И ставим основные стойки. Есть упорные подставочки. Все-таки вот так вот правильно. Вот так много здесь места. Смотрите, в нижних планках есть специальное отверстие. Это для крепления. Вот здесь мы не сможем вам показать, но есть еще дополнительно для фиксации, чтобы натянуть и закрепить. Есть специальные здесь в комплекте, есть колышки. Сейчас я их достану. Вот такие вот колышки. В принципе, когда мы качали мед, их было достаточно. Хороший ветер они выдерживают. И крепежные веревки. Все есть в комплекте, ничего искать не надо. Сейчас ухо закрепил. Так, и последний штрих. Вот мы находимся в середине палатки, поправляем, каждый угол привязывается с помощью веревок. Вот они.
Мы все-таки на той стороне тент протянул. Попрошу оператора выйти, чтобы через двери. А двери у нас открываются с двух сторон. Вот так вот на змейке. Раз. С этой стороны также есть двери. Оба входа. Вот, в принципе, общие моменты я вам показал. Дальше идет подгонка. Как видите, одному не очень тяжело это сделать. Занимает 5-7 минут сборка. Вдвоем, я думаю, минуты 3. С вами был Александр. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на наш канал. Пока!